Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор работы двигателя и механической коробки передач автомобиля Kia Ceed 2010 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, G4FC. Крышка и массозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Запуск двигателя. Работа двигателя на холостом ходу. Работа двигателя на высоких оборотах. Пробег автомобиля 163 623 километра. Ошибок по двигателю нет. Еще раз проверим работу двигателя. Проверим работоспособность механической коробки передач. Контроль выхлопа. Первый цилиндр. Одиннадцать килограмм. Второй цилиндр. Одиннадцать с половиной килограмм. Третий цилиндр. 11,5 килограмм. Четвертый цилиндр. 11 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.